Ребята, всем привет! Собрались мы опять ехать в путешествие. Собрались ехать в Швейц, в город Базель. Ну и заберем вас с собой, посмотрим, как проедем мы там на границе. Саш, привет! Всем привет, Саш машет. Смотрите, какая у нас грязь от листиков. Да, осень, хорошо. А листьев очень много, из-за листьев такая грязь сразу. Подметать надо постоянно. Ну вот так. Вроде погода налаживается, все утро дождь шел. Сейчас смотрите в горах, какой туман стоит. Облака, облака, но солнце вылазит потихоньку. Ну, короче, собрались мы в Базель. Все, едем. Поехали. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Сомневались, что мы вообще куда-то поедем, потому что у нас такой дождь лил. Ужас, все так затянуто было. Но мы все равно собрались и думали, пока мы позавтракаем, время немножко пройдет. Так оно и было. Сейчас прям погода радует нас. Смотрите, в горах какая дымка. Вообще... Испарение такое, или что это, испарение? Шикарно. Очень много машин. Сегодня воскресенье. Видимо, все равно люди едут куда-то
отдыхать, гулять, что-то смотреть. Ну вот мы сегодня решили рискнуть, поехать в Швайц. О, только сказала, что хорошая погода. Ну, в Ларе, как всегда, дождь. Как мы в Лар собираемся гулять, всегда плохая погода. Поэтому ты, Саша, не любишь в Лар ездить. Всегда нас погода подводит. Ну, надеемся на лучшее. Итак, приехали мы в город Вайль-ам-Райн. Заезжаем. Здесь мы проездом и поедем дальше в город Базель. Ага. Надо как-нибудь приехать здесь тоже погулять. Мы, по-моему, как-то здесь уже были, да? Помнишь, приезжали? А? Гуляли. Ну, на Витру приезжали, там как раз все было открыто. Погуляли немножко. Ну, на камеру мы не снимали. Это было уже давно, я не знаю, лет 5-6 назад, наверное. А это мы, наверное, индустрию ГБЦ ехали или что? Потому что одни эти фирмы, магазины. Макдональдс, автохаусы, где машины продают. Да, Дёнер Кебаб стоит, такой огромный шильд. Каждый заметит, да? Так, куда нас ведет наш Сусанин? Там тоже красота такая. Сейчас разверну камеру, может, видно будет. Мост через Рейн. А, там на великах ездят. Останавливаемся немножко. Какие здесь дома интересные. Аптека, Марткауф, центр какой-то. Вон мост. Какие у них здесь дома, да? Интересные.
Ребят, приехали мы в Швейц. Базель. Смотрите, какая красота тут. Обалденная. Нашли мы парковку. Вот тут наша, ну как, наша машина стоит. Припарковались. Сегодня воскресенье, бесплатно. Смотрите, Рейн какой. О, на лодке плывет, зажигает. О, смотри, Саш, там ножки мочить. Мужчина ходит. Ну, что-то не очень хочется-то. Ноги мочить? Да. Ты тоже пойдешь ноги помочь? Ну, что-то не очень хочется на улице. 9 градусов всего. Пойдем погуляем. Шикарно, шикарно. Мы по этому мосту ехали или по тому? Не знаю, по какому-то ехали. По-моему, по этому. Может быть. Потому что здесь недалеко. Мы плутали, плутали. Короче, здесь стройка дорог идет. И просто так перекрыли и все. Ни Умляйтунга, никак объездной никакой нету. Короче, сам ищи. Плутали, плутали. Че, Саш, читаешь? Ну, нашли. Мы сюда, в принципе, и хотели. Дома сразу посмотрели. А? Смотрите. Вдоль Рейна идут с палками. Везде лавочки стоят вообще. Шикардос. Что ты говоришь? Это пляж. А, это пляж? Купаться тут? О, прикинь, роллер кто-то утопил. О, да. Смотрите, роллер лежит. Это вот эти, которые митут? Наверное. Смотрите, прогулочный корабль. Блин, наверху-то без крыши холодно. Еще и на воде. Ух. Ветерок прохладный. Да, мы так-то стоим, ветерок прохладный. Но все равно классно. Тоже все с хэнди стоят, фотографируют или снимают. Большой, да, он? Ну, ты можешь и вниз зайти. Смотри, гамак висит там. Покачаться можно, посидеть. Да, пойдем, походим. Да, очень красиво, да? А смотрите, сверху дома стоят. Жилые дома. Вообще шикарно. Вот так. Сразу волны, да, какие? Течение сильное. Ну. Тут даже купаться я даже не знаю как. Течением как несет тебя туда. Угу. Потому что вот этот пляж, он... Вот тут где-то и заканчивается. Там он стоит, что купаться только вот отсюда он может. Да? Ну вот так. А интересно, тут эти как пароходы ходят и купаться может. Ну, видимо, даже буйки ничего не поставили, да? Ограждение, вот где людям купаться можно-то. С той стороны смотри, как лестница или что. Смотри, с той стороны. А может там купаться можно? Стоит, что тут тоже. Да? Бады зоны. Ну, понятно. Цветочку. Угу. Пошел, наверное, на день рождения. Орхидейку купил. Помнишь, мы такую орхидею брали, цветы? О, Саша, это не наша машина? Ребят, смотрите. Копия. Не наша? Да, только эти как номера поменяли и колеса. Uh-huh. А так один в один, да? Там, смотри, спереди старый мост. Uh-huh. Хорошо, что мы хоть на этой, на маленькой машине нашей поехали. Если бы мы на нашей большой, мы бы сейчас по таким закоулкам, ребята, ездили, вы не представляете. Сюда-то мы заехали, вот как мы обратно выезжать будем, я не знаю. Вот мы, я не знаю, наша кабрио еле там проходила.
А если бы мы на Ауди поехали, она такая длиннючая у нас. Кнап было бы. Там вообще еле-еле проехали. По каким-то дворам, я не знаю. Возле крыльца у кого-то проезжали. Надо было окошко открыть и постучаться. Или подымемся. Не знаю, здесь подниматься можно на мост, да? Тоже люди пошли. Или пойдем пока сюда. Или может Нави зададим. Ну, давай Нави зададим. Так, сейчас подлиннее вас сделаю немножко. Сейчас Саша Нави задаст, пойдем дальше. Смотрите. Какие дома там. Вообще. Мост какой. Че, туда пойдем или наверх поднимемся? Наверх поднимемся, там дальше нет. Там, по-моему, вот так спуск и все. Да? Ну, давайте, пойдем наверх. Так, бежим, бежим, бежим. Саш, давай. Вперед, 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 вперед. А то я бегу, а он идет в развалочку. Вперед, вперед. А зачем ты зонтик взял? Я же говорю, дождика не будет сегодня. Ну и ладно. Пускай зонтик будет и дождика не будет, чем будет дождик и зонтика не будет. Ну да, ты прав. Цак, цак, цак. Поднимаемся. Смотрите. Что, слышно, как орут или что? Ребят, тяжко постоянно по лестнице идти. Смотрите. Давай, давай, давай. Цак, 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 цак.